Итак, всем привет, с вами ДобГай, мы продолжаем играть за Византийскую империю. Мы очень успешно продолжаем воевать с интернационалом, и я думаю, поражение будет уже достаточно скоро. Единственное, стоит понимать, что, как вы можете видеть, Испания почти довоевала свою гражданскую войну, а значит, что у нас появится скоро новый враг. Но так в целом, кроме этого, вроде ничего больше не должно происходить. И Россия наступает на востоке, мы на юге, так что да, Франция, я думаю, пойдет очень скоро. А затем мы высадимся и в Британию. После падения Франции и Британии, в принципе, весь интернационал падет. Кстати говоря, именно мы снимаем большую часть, можете видеть, сил интернационала, потому что здесь потери 1 миллион, а от России всего 270 тысяч. Как бы тут, я думаю, очевидно, что именно наши войска в первую очередь сражаются. Как бы да, вот Германия тут от России, понятное дело, потому что, ну, очевидно, немецкие войска будут вот здесь, скорее всего, но все остальные именно наши. Так, сейчас мы немножко здесь реорганизуемся, начинаем деплоить, пожалуй, новые армии и, в общем-то, готовимся к тотальной войне, потому что как только мы закончим с интернационалом, у нас еще впереди будет и Антанта, и Россия, у нас вот хватает еще соперников. Ну что ж, а если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем. Я думаю, теперь с новыми, так сказать, границами, с реорганизованной армией, стоит в первую очередь все-таки добить Швейцарию. Я думаю, это должно быть нашей неочередной задачей. Как-то это должно нам немножко облегчить, потому что мы пройдем вот эти вот горы ужасные. И, в принципе, отсюда будет достаточно удобно нам наступать. Но здесь, конечно же, укрепление 9 уровня, господи. Помилуй нас, пожалуйста. Это тяжело будет пробивать. Но мы будем пытаться. А еще я тут посмотрел, и мы могли бы уже РСЗО в целом добавить. У нас здесь будет не хватать немножко, как вы можете видеть, самую малость, но... Это стоит учитывать, сейчас обновиться. 80 у нас не хватает единиц. Это еще с учетом вот этих 24 дивизий вот здесь. Так что, в принципе, достаточно очевидно, что вот эту армию нам будет хватать. Так что будем получать. Нам еще кто-то дает индлис. Это, конечно же, очень приятно. Ну да, пробивать укрепление очень тяжело. Но мы будем продолжать. Здесь, кстати говоря, Россия тоже очень успешно наступает. Это меня радует. У меня таким образом немножко облегчается фронт вот здесь. Мы можем чуть активнее сами действовать. Очень, кстати. Но в целом, да. Сможем потихоньку-потихоньку перейти и здесь наступление. Вот сжимается наша, так сказать, хватка вокруг Берна. Вы можете видеть, мы пытаемся со всех сторон его поджать. Сейчас окружим. Ну и уже окруженный город, как бы мы рано или поздно выбьем. Более того, мы захватили уже накап именно Швейцарии. Ну что, теперь надо окружить его прям и добить реально. Ну и начинаем просто душку медленную, но очень уверенную в себе, так сказать. Да, мы будем нести потери здесь. Это точно не будет простым боем, так сказать, но нам это нужно сделать, а значит мы это сделаем. И вот уже Берн буквально полностью окружен. И все эти войска сейчас будут добивать оставшиеся здесь войска интернационала. Вот уже взлетают касочки, а значит дивизии умирают. Две последние дивизии. И главная крепость Альп взята. Дальше будет, несомненно, проще. У нас вот готовится новая армия, точнее, она уже как бы технически готова. Но я бы начал их обучать. У нас, кстати говоря, видите, восточная епархия получила территории, но достаточно смешным образом. Вот здесь вот получили, вот там вот получили, а вот здесь вот не получили. Наверное, мы им передадим это потом все. Но когда уже все марионетки, у нас еще другие есть решения на марионетки. Когда они все будут готовы, тогда мы и будем передавать, я думаю, консолю все территории. А пока этой армии, мне она в Европе, наверное, пока не нужна. Я бы пошел в Африку и что-то дополнительно позахватывал бы. Потому что, ну, а почему нет? Это все нам нужно. Авиация же, я думаю, перейдет в Германию. Нам бы отрезать Россию, честно говоря, от... возможность атаковать Францию, ведь именно мы должны забирать себе все эти территории, так что я думаю, сконцентрируем сейчас наши усилия именно здесь. Я вижу, что тут во Франции можно просто зайти в территории, поэтому, ну, конечно, мы это тоже будем делать. Граница просто буквально пустая, поэтому да, мы будем, конечно, так атаковать. Здесь очень жестко они укреплились вот здесь, в Инсбруке, тут горы, плюс укрепление. Что-то атакую через речку, но мы смогли пробиться и будем, я думаю, продолжать атаковать и дальше. Постепенно бои в Средиземном море просто стихают, потому что мы начали контролировать все. Как можете видеть, нету никаких практически, ну, портов в принципе здесь уже не осталось. И торговля здесь не идет, потому что здесь мы контролируем, а здесь такие нейтральные, так сказать, воды. Пролив не дает практически ничему проходить. Лодок уже нету вражеских здесь. И да, море теперь внутреннее наше зеленое. Ну и французы действительно просто дают нам весь юг. Просто так. Поэтому, ну, пошла ковровая... Просто ковровый захват территории, я бы сказал. Они ничего с этим не могут сделать. Где их войска? Это очень, кстати говоря, хороший вопрос. Блин, такое ощущение, будто они просто истощились. Но все еще у них есть дивизии. Кем они, куда они могли их подправить? Блин, да никуда. Возможно, на Восточном фронте, но... Ну, не знаю, мне кажется, все-таки у Ишки должно быть какой-то приоритет защищать свои территории. А тут просто, ну, я думаю, на фронт точно должно хватить хотя бы по одной дивизии везде. А в итоге нету. И вот здесь вот аналогичная ситуация снова. Видите, они куда-то бегают туда-сюда просто. Вот здесь вот плотность намного больше, да, войск. Поэтому я здесь и перестал пушить. И на фоне этого давайте переставим вот сюда авиацию все-таки, да. Раз мы здесь что-то делаем. Чему, как говорится, и нет. И вот это все тоже сюда. Так. Будем здесь помогать авиации тогда. Вот куда они едут. Вот отсюда, видите, они куда-то на запад едут. Я серьезно. Вот это тоже... Ну ладно, этот вроде отступает хотя бы. Но... Сказать, это очень странное передвижение. Абсолютно, причем непонятно, чем вызванное. Высадки никакой нету, вторжения никакого нету. Все вроде у них должно быть нормально. Но при этом они поехали непонятно куда. Не, ну что, я, конечно же, буду продолжать этим пользоваться и просто атаковать, просто душить. Ну и вот мы уже под Парижем. Как бы недолго сопротивление французское происходило. Ну там, понятное дело, там уже нету людей, возможно. Хотя вообще, наверное, должны быть, да. Там нету снаряжения, скорее всего. От таких потерь, как бы, ну, кто справится, да. Все-таки многовато они теряют. Но, тем не менее, там нет даже просто пустых дивизий этих самых. Очень странно. Мы начали подходить к Парижу, дивизии начали какие-то появляться. Но все еще мало, блин, их все еще, ну, максимум одна, наверное, в провинции. Типа две в очень редких случаях. Здесь вот это какие-то большие куски, но и то это в основном британские. Вот Британия и французское ополчение, типа слабое. И французские танки, в которых уже, скорее всего, нет танков, и боеспособность низкая, скорее всего, это именно танков не хватает. Если мы посмотрим сюда, броня 15. Ну, вообще, может и есть, но вряд ли полная, потому что, мне кажется, должно быть чуть все-таки побольше. Так что да, мы здесь отлично справляемся. И вот оно, пал Париж под натиском византийской армии. Да. Так, что у нас? Капитуляция готова, верно? Да. Отлично. Теперь нам остается просто в Британии высадиться. Думаю, это будет не слишком сложно. Единственное, сложно будет выплыть из этого моря, как раз таки, которое вот здесь вот заблокировано. А можем вообще? Да. Как я и думал, через Суэц мы там можем. А можем ли мы что-то сделать с этой страной, чтобы вывести наш флот? Вообще, наверное, да. Но есть мнение такое казуальное, что... Наверное, займет дольше времени, чем просто... Кстати говоря, подлодки, если это доплывут, здесь уже будет преимущество, потому что здесь 0 кораблей. Ага. Окей. Вот так, наверное, даже будет проще. Одними подлодками сделаем все преимущества. И уже, я думаю, будем готовить некоторые дивизии себе на выездку вот сюда. Здесь технически еще будут оставаться сейчас немецкие силы, но... Но я думаю, это уже не сильно нам интересно. Там здесь некоторую армию просто... Практически в гарнизонном варианте, да. Нам не нужно реально здесь ничего добивать. А все вот эти ребята, которые не привязаны, давайте-ка поедут просто вот сюда. Там уже дальше разберемся. Ну, ребята, что за серия без предложения Альянса от России? Вот оно. Вот. Это не та серия. Но здесь готовое объявление войны, поэтому объявляем, призываем Восточную епархию, чтобы все территории атаковать и... Да, эти ребята, кстати говоря, не дообучились. Давайте-ка тогда сделаем вот так. Пускай они все-таки дообучаются. Тут немножко осталось. Все пойдут вот так. Мы здесь очень много снаряжения теряем. Так что это, честно говоря, экономический вопрос этого нападения очень под вопросом. Но тут хотя бы есть нефть. Кстати говоря, можем в теории замириться с Британией, но нет, нет. Мы будем добивать наших противников до конца. И также не забываем повыдавать медали нашим офицерам, что так доблестно сражаются за нашу прекрасную Византийскую империю. Благо теперь нам подсказывают, когда это можно сделать, только ситуация такая, что все возможные медали мы им повыдавали, а выдавать одни и те же уже меньше в Steam дают, но хотя бы это все равно дает. Так что пускай потихоньку, ну, сливать политку на это, кстати говоря, очень даже нормально. Ну вот здесь уже все наборно, начинаем нападение, мы даже без снабжения все равно побеждаем. Это все равно потому, что ну, у них 0 заводов, черт возьми, конечно, мы ее побеждаем. И я сюда уже построил ЖД, чтобы сейчас вот с этого пункта снабжения, который здесь вот должен быть в теории в Бре, да? Да. Получать хоть какое-то, черт возьми, снабжение. С ним сразу, видите, здесь все ожило. Неплохо так. Я думаю, есть смысл отсюда убрать вообще весь флот и весь флот переставить сюда. Желательно бы. Так что поплыли. Пока что, конечно, долгий путь будет, но какой есть. И нужно очень в скором времени готовиться к войне с Испанией. Это реально произойдет, я думаю, очень скоро. Потому что совсем чуть-чуть остается у них. Эти все войска мы сюда отправим, потому что здесь, я думаю, сейчас Россия справится. Мы здесь еще кого-то дообучали, но по факту можно переходить уже в наступление. Конечно же, не забывая о поддержке авиации. И капитулировала, нет, не Германия, капитулировал тот африканский минор. Эту армию, я думаю, нам бы перебраться куда-нибудь в Европу. Возможно, как раз таки, кстати говоря, вот сюда. Там еще будет некоторое время им готовиться, так что нормально. В это время они пускай еще пообучаются заодно. Тут как раз нам бы чуточку еще доделать ему одну дивизию, чтобы был прям один стек готовый. И да, ежедневное предложение Альянса, нет, России нельзя доверять. А вот и именно Германия уже капитулировала. Эта армия у нас почти что свободна, добьем здесь остатки каких-то войск союзников Интернационала. И эта армия, я думаю, будет сейчас готовиться какие-нибудь Нидерланды брать, наверное. Нам все-таки надо в Европе обезопасить нашу позицию. Раз уж мы туда контролируем большую часть, надо, чтобы этих вот нейтральных неизвестных нам сторон не оставалось. Но я думаю, мы наконец готовы к выставке вот сюда. Поставим один флот на поддержку морского вторжения, чтобы было чуть-чуть попроще. Начинаем вторжение непосредственно и, конечно же, авиацию тоже наверх накидываем. Благо у нас уже она какая-то есть. И на самом деле, ну, очень солидными темпами перерастает. Я, в принципе, доволен количеством авиации у меня. Конечно, могло быть и больше, могло быть и лучше. Но уже более чем неплохо. И вот выставка, уже сразу зеленая, еще до того, как даже у нас атака восстановилась вся. А значит, выставка будет отличной и успешной. Заняли мы сразу берег, войск я практически там не вижу. Можем сразу рисовать план и его исполнять. Скорее всего, в Британии еще где-то войска были, но я думаю, да. Хотя, слушайте, 43-й раз, там еще что-то поднялось, видимо, ополчение или что. Но я не думаю, что они что-то смогут сделать, честно говоря, своими этими дивизиями. Думаю, одного под армии, одного армейского корпуса как бы будет нам, в принципе, хватать. О, какой прекрасный ивент. worldnews.251.d. О, да. Так сказать, слова западают прямо в душу. А тут упал Сакраменто? У вот этих вот ребят. И объединенные синдикаты победили. Первый раз за все время, что мы вот играли за все наши партии, первый раз синдикаты сами взяли и победили. Господи, это наконец-таки случилось. Не прошло и 10... А, ладно, блин, наверное, прошло. Ну ладно, в любом случае, поздравляем их с тем, что они это сделали. Конечно, они уже ситуацию точно не изменят, потому что Интернационал пропадет сейчас, в принципе. Да. Значит... Будут они себе там что-то строить, а нам до этого никакого дела, мы Византия все-таки. Хотя там строят, что хотят. Вот тут, кстати говоря, есть британский флот. А мы его... А, ну мы тут подлодки, да. Ну да, подлодки, конечно, интереснее линейным флотом половить. Это правда. А, ну, в любом случае, я думаю, потопили и так очень много британских кораблей. А ну вот и мы удалили часть их флота. Я думаю, доудаляем попозже и другую часть. А вот мы и удалили Интернационал. Прекрасно. Теперь будем заниматься, так сказать, получением того, что мы хотим. А именно получением, конечно же, всего. Ну, еще и прихватим флот так чисто, но... Ну, а чё бы и нет. Если можно, то почему нельзя? Мы еще все-таки не имеем нескольких тысяч кораблей. Наши силы пока что можно увеличивать. Как бы, да. Но у нас уже, на самом деле, безумно большой флот. Да, очень безумно большой флот. Тем не менее, почему бы нет? Ух. Прям красиво, да? Ну, давайте еще займемся, наверное, вот этими небольшими территориями, и нам бы объединить вот это все. Потому что у нас на очереди еще Интернационал и Российская империя. И тут в России прям очень солидный блок. Надо будет с ними готовиться здесь к конфронтации серьезной. И забавный факт, что Дон-Кубанский союз просто здесь такой нейтральный. И только одно государство выжило под натиском врагов. Они могут восстановить полуостров. Ну, короче говоря, остались эти ребята в одиночку, вот они и говорят. Ну, блин, все ГГ, ну ладно. И Канада, кстати говоря, видите, проиграла, все-таки она сдалась. Здесь вот Новая Англия осталась канадской. А Византия, да, появилась в Америке. Не самое ожидаемое развитие событий, скажем так, но тем не менее. Можем делать мы итальянскую епархию. Давайте так и сделаем. Территория, видите, передается постепенно, поэтому там был сначала только Египет. И вот она готова. Где наша столица? А хороший вопрос. Не в Константинополе. В Афинах пока что. Ну ладно. И мы, кстати говоря, теперь не в войне. Так что давайте все-таки наши войска... Наверное, я вот тут начал на Россию, но нет. Думаю, сначала стоит заняться Антантой, ну и, конечно же, Испанией между делом. Так что наши войска должны отправляться вот сюда. А, ну тут есть, как говорится, нюанс. Да. А, Франция это сейчас и так проиграет. Либерия. Видимо, да. Видимо, ну, тут, как говорится, у Франции был реально сложный соперник, тут понятно. Для Франции победить Либерию это то еще испытание. И нам нужно как-то подумать о том, что нам делают с Антантой здесь. Наверное, будем планировать выставку вот отсюда. Скорее всего, так и будет. Но я думаю, на этом мы подзакончим эту серию. Мы захватили большую часть Европы. У нас все еще остается два очень мощных блока, с которыми мы собираемся, я думаю, воевать. Я думаю, синдикаты мы трогать не будем. В теории, если бы мы хотели, мы могли бы прямо сейчас на них напасть. И как бы разгромить их по факту. Но, я думаю, это не в наших интересах, так же, как и Мексика. Она там ощутилась только потому, что, ну как бы, ну а чё нет? Ну как бы кто-то же захватит не Россию, иметь там Мексику. Верно. Ну что, ребят, с вами был ДобГай. Если вдруг не подписан, обязательно подписывайтесь. Лайк, комментарий, двигайтесь в Discord, ребята. Все как обычно. До скорых встреч. Всем пока.